Добрый день. В этом видео я расскажу вам, как подключить камеру Nikon D5100 к компьютеру. Для этого вам потребуется пройти по ссылке, которая будет в комментариях к этому видео, скачать обновленную прошивку, загрузить ваш файл с прошивкой 5.02 и поставить там опции, обязательно не выбрать опцию клея HDMI. Вот для того, чтобы на этом изображении не было никаких линий. А дальше подключить вот такой вот кабель HDMI. А причем здесь микро HDMI разъем, обратите внимание, на видеокамере. И обычный HDMI в конце. Ну, желательно, наверное, подлиннее. И дальше купить разъемчик, видеоадаптер. Но, к сожалению, вот в моем случае он почему-то поддерживает только 5 кадров в секунду. Я попробую сейчас еще другой HDMI порт, может быть, будет лучше. Либо я уменьшу качество изображения, например, на другое, более низкое. Вот, и тогда, например, 720, 25 кадров в секунду вот в таком разрешении. Вот, я не знаю, он сейчас не применяет сходу, да, его нужно менять. Вот, ну, к сожалению, почему-то быстро это не получается. Буду смотреть, может быть, нужно обновить драйвер этого адаптера, который я купил за 500 рублей на Алиэкспрессе. Напомню, один вход HDMI, второй USB. Ну, вот сейчас буду USB 3.0 перетыкать, смотреть, улучшится скорость или нет. Спасибо большое за внимание.